Володимир Топчій, директор Миколаївського зоопарку, завітав до нас, до ранкового прямого ефіру. Бажаю вам доброго ранку. Фестиваль вже шостий відбудеться, так, в нашому зоопарку «Дружба народів». Давайте його проанонсуємо, декілька слів. Єдине, що зазначу, він мав відбутися вже цими вихідними 22 квітня, але дата змінилася. Чому, коли? Давайте з вами з'ясуємо. Ну, якщо виглянути за окно, зрозуміло буде, чому змінилася дата. Логічно, так. От ми перезимували зиму, тепер потрібно перезимувати весну. Як кажуть, квітень лютує, да? Да. Холодно. Вот. И поэтому решили перенести, чтобы это было тепло, потому что все мероприятия у нас на улице, на нашей сцене. Вот. Дети должны танцевать. Вот. Вы сказали, что это уже традиционный наш праздник. Я думаю, что это не шестой праздник, а уже значительно больше. Потому что мы официально он имеет назву, как шестой. Да. Да. Однако начали звенеть будильниками мы, наверное, лет 12 назад уже. Так что это, ну, 12-й год, когда мы вносим землю на нашу клумбу зоопарков мира. В этом году будет внесена земля из польского зоопарка Аполе и маленького зоопарка, приграничного с Польшей, немецкого зоопарка. Вот, то есть у нас на этой клумбе вот зоопарков мира, Содружество зоопарков мира, сейчас уже 65 зоопарков, все континенты. И эта клумба единственная в мире, нигде ничего подобного нету. Вот, и там указано направление к этим всем зоопаркам и расстояние. Расстояние в километрах. Вот, ну, конечно, дети, пришедшие с будильниками такими вот механическими, которые будут там звенеть 12 часов, проходят бесплатно. Вот, ну и, конечно, художественная программа, которая расскажет о земле, о людях, которые населяют землю, а земле, на которой, собственно, все находится и растет. Да, понимаете, вот какие разные люди, белые, красные, черные, так и земля на нашей планете. И вот сейчас у нас в музее собрана эта земля из более чем 60 зоопарков, и мы можем видеть, что земля действительно серая, черная, красная, желтая, да, она по цвету разная. Вот, и разные плоды на ней растут, и разные цветы растут. И вот мы хотим этот праздник еще раз привлечь внимание людей, особенно молодых людей, к тем проблемам, которые существуют у нас в зоопарке, к тем, которые существуют и в свете, да, в городе, которые существуют на планете. Так. Да, и, ну, собственно, вот это традиционный праздник. Ну, я зацікавила. Проводим мы его совместно с колледжем культуры, и уже это тоже традиция. И мы очень благодарны Сергею Васильевичу за нашу совместную підтримку, співпрацю, да, таку, да. Ну, буде корисно, пізнавально, цікаво, 100%. Я знаю, що і майстер-класи будуть, і фотосесія чекає, так, всіх, хто фотосесія, завітає. І рисунок, боді-рисунок. Хной будуть, да, малювати. На лице там будуть всякі тігрята, страусяток. Вот, будут рисовать. Тематично. То есть, так. Опять же, если только будет хорошая погода. Нам через неделю опять погода не помешала. Ну, слушайте, я сподіваюсь, что 28 квітня погода вже весняна. 29-го, по-моєму. 28. 28? 28. В субботу 28. Так. 28. Чи 29-го вже вибиток? Ну, надо посмотреть. Да, ну, тобто не 22-го, не цими вихідними, так, а через неділю. Через 7 днів. Так. Ну, добре, проанонсували, але все ж таки, завжди, ваш зоопарк, взагалі, багато в нього подій. От тільки встигаєш, народився, поповнення, знаєш, що жирафник будуть відкривати. Ми стараємося бути постійно на слуху. Вам все вдається. І ми робимо все для того, щоб бути на слуху. У нас действительно много разных интересных событий происходит, событий знаковых. Не все понимают о том, что происходит. Некоторые стараются какие-то события подать, ну, даже не в приглядном виде. История с тигрятами у нас была. Мы поменяли тигрят на каракалов с зоодилером. И мы получили каракалов, а тигрята дали этому Салеху Яхья. Вот, и он занимался отправкой их в Сирию. Были оформлены все документы, у нас есть копии этих документов, мы от него потребовали.
Вот, и сертификаты СИТЭС, и украинский, и сирийский, вот, и, товаротранспортные накладные, таможенные накладные. И самолет сел, транзитный рейс, он сел в Бейруте. И там некоторые люди захотели этих тигрят у него просто отнять. Угу. Вот. А для того, чтобы это сделать, подняли шумиху. Привлекли сюда волонтеров, зоозащитников. Чаще всего эти люди не имеют никакого ни образования, ни знания, но шума поднимают много. Вот. И, в общем-то, им удалось забрать этих тигрят, поместить в свой зоопарк. Но 18 числа был суд, вот, и суд приказал отдать тигрят все-таки владельцу. И ближайшим самолетом они, через 3 недели они вылетят все-таки в Сирию. Такая вот. История. А здесь некоторые тоже подхватили. Вот чуть ли Николаевский зоопарк был пойман на контрабанде. Ну, как в том анекдоте. А ты теперь пойди расскажи, что у тебя... Да, нет дочери, а есть 2 сына. Действительно, у нас тоже пришла прокуратура, все проверила. Ну, слава богу, в общем-то, к нам претензий нет. Вот, а с тигрятами, конечно, шума наделали много. Единственное, вы знаете, что у тигрят все все добре. Тигрята, слава богу, нормальные. Они были в нормальных условиях. Они были там, говорили, почему вот 3 животных в одной клетке? Да потому что это тигрят. Бо вони маленькі, если бы это были взрослые правильно? Тигры, они бы каждый летел отдельно в клетке. А поскольку это дети маленькие, им комфортнее и было тепліше, напевно, быть втроем. Я не розумію цього. Стресс снимается, когда ну, они ж братья и сестричка, они друг друга знают, поэтому не летели втроем, это оправдано. Вот, но слишком начальнику таможни аэропорта Бейрута захотелось забрать этих тигрят. Ну, это везде не дивно, есть, так, вот, не дивно. Просто нужно спокойно к этому относиться и требовать. Своєго. Я думаю, що все закінчиться. Я сподіваюся, що ця історія буде щасливим кінцем. Обов'язково ще такого розголосу в місті нашому не була інформація про карантин, який був в зоопарку. Зараз він закінчився, завершився, наскільки карантин я розумію, як справи зараз. 2 неділі назад. Так. Слава Богу, остропатогенний грип цілим циклом анализов не подтвердился. Нам удалось полностью сохранить коллекцию птиц, потому что сразу говорили, мы всех птиц уничтожим. Да, и значит, да. Результат был бы дуже, вот, бы мало было 4 волны анализов, ни один анализ не подтвердил наличие высокопатогенного штамма гриппа. Вот, тем не менее, зоопарк понес очень большие, конечно, затраты. Вот, мы вынуждены были сжечь все деревянные домики, мы вынуждены были провести несколько этапов дезинфекции, дезинфекции. Вот, мы обеззараживали воду в пруду, мы много чего сделали. Но это все на пользу зоопарку, безусловно, пошло. Все эти мероприятия. Вот, потратили, прямые затраты наши составили порядка 26 тысяч гривен на борьбу с птичьим гриппом. Хотя эта проблема была не зоопарка, это общегородская. Угу. Это государственная проблема была. Нам пообещали вернуть эти деньги. Ну, пока не вернули, я надеюсь, что все-таки это обещание будет выполнено. От ми так з вами перейшли до фінансової такої економічної теми, грошової. Найгарячіше питання цих днів, буквально вчора на сесії, підіймалося щодо підвищення цін на квитки до зоопарку. Я вже дуже багато коментарів прочитала з цього приводу. Як ви розумієте, вони негативні. Прокоментуйте цю ситуацію, тому що хто як не ви, ставити крапки. Любое повышение цін, конечно, нікому не нравится. И мне тоже не нравится. И когда я захожу, и мне предлагают чашку кофе в кофейне за 26 гривен, мне тоже это не нравится. Но не может стоить чашка кофе 26 гривен и вход в зоопарк 30 гривен. Но это экономически никак не обосновано. Все подорожало. И каждый день дорожает. И вода, и электроэнергия. Ведь когда мы рассчитывали наши затраты на этот год, мы рассчитывали по одним ценам. Сейчас все знают, что цены другие. И хлеб нам никто по старой цене не дает. И морковку по старой цене в зоопарк никто не привозит. И мясо по старой цене прошлого года тоже нет. А как же вы хотите оставить старые цены? Я понимаю, что можно, не хочу грубо говорить, красиво выступить в защиту старых цен, в общем-то заниматься популизмом, угу. Вот, и оставить старые цены. Тем более это тебе ничего не стоит.
Я зрозуміла. У нас ціни обосновані. Ми їх розрахували, ми розробили цілу систему цін. Для инвалидов, так. Для детей-сирот, для пенсионеров, для взрослых. Даже мы предусмотрели такое, что если человек пришел с собакой, он может заплатить за собачку, и с ней тоже прийти на территорию зоопарка. Угу. Так как это в зоопарках Чехии, Германии и Польши. Вот, нам сказали, мы должны все это теперь экономически обосновать. Мы обосновали. Нам говорят, пусть теперь отдел цен это проверит. Отдел цен говорит, да вы же всегда делали это самостоятельно, это не наш вопрос, мы не должны этого делать. Я говорю, пожалуйста, скажите, это тем, кто так сильно озабочен, что это высокие цены. Цены нормальные. Цена. Дорослого, здається, 85 гривен. 80 гривен. 80 гривен взрослая и 50 гривен детская. И если человек идет с собакой, 30 гривен за то, что собачка заходит на территорию зоопарка. А приходят собачки? Очень многие хотят. Раньше этого не было. Сейчас мы это решили вести. Посмотрите, сколько стоит цена в зоопарках Украины. 12 месяцев, 150 гривен взрослый и 100 детский. В Одессе биопарк 120 и 100. И до 3 лет только бесплатно. У нас самая низкая цена на сегодняшний день. Вот, поэтому у нас это обосновано. Я понимаю, это неприятно. Но тогда давайте сделаем зоопарк бесплатный, как в Вашингтоне. Що для цього національний зоопарк, всі расходи бере на себе государство, і ворота відкриті. Пожалуйста, заходи безплатно. Можна пойти по такому пути. Но нельзя оставить старую цену, когда все подорожало в рази. Я зрозуміла. Дякую. Будемо відслідковувати цю ситуацію щодо підвищення цін, але все ж таки на завершення про позитив. Запрошуємо ще раз до Миколаївського зоопарку через тиждень на фестиваль Дружби народів, День землі. Як я вже казала, буде і пізнавально, і цікаво. Я вам дякую, що от прийшли, прокоментували, пояснили. Тепер багато чого стало зрозуміло нам, нашим телеглядачам. Володимир Топчев у нас гостя, директор Миколаївського зоопарку. Гарного вам продовження дня.